ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Вампиры ходят по кругу, говорят, дайте нам чеснока. Да, в зеркале не отражаемся. Так вот, милый, что я хочу сегодня прочитать. Это комментарий написал Джек Шепард, все мы знаем. Этот хороший такой человечек, он написал. Люськина Дотсон, Гала, вампир, ходит кобыла по магазину, с Галюсей разговаривает, но странно, тот, что Хала ни в дверях не отражается, ни в зеркалах. Камера во все стороны поворачивается. Ну, и тут породу камера не воспринимает дочь Галу. А кобыла что-то невидимой дочи показывает. Говорит с нею. Может, Люська начала общаться с невидимыми никому людьми? Люськин мозг совсем прокис во Флориде. Море соленое. Ой, там же не море. Там океан, милый мой. Океан, поплыли, поехали, все. Пески хорошие, друзья. Дальше продолжаем. Ой, может, Люська начала общаться вот так вот. Ай-ай-ай. По всей версии хлорофилки, отдел меховых изделий называется бурлинг. Это чистейшее английское произношение. Ну и надо ли говорить, что Люське ничего не подошло. Все не по ее вкусу. Да, и вообще, за даром такое фуфло она не купит. Да, шопинг, как обычно, оказался из Зелингро. Ой, как-то он написал вот. Прочитать. Как обычно, оказывается, за рингом. Ой, видос нашла дешевка. Ой, я понял, так что единственной дешевкой в этом магазине оказалась Люська. Вот, смотрите, воротку надо подстричь. А я вот, видите, сижу с вами. Чингигуляк пишет. Галюся такая маленькая девочка. Залезла к кобыле в ушко и шепчет ей. Мамуська, выпей, займи, ну выпей, выпей. Ой, шопинг, зеринг, супер. Главное, 100% точку. Ой, там мне пищит антидепрессант. Ой, Чингуляк пишет. Ой, все, прочитает, как сыночку Ванечке, тогда баскетболисту, а теперь сисястому, неучу. Не могла купить обувку при социализме по причине, ну, сами знаете, акромегалии какие-то, вот как-то вот он там же был великим, она же там была великим адвокатом. Деньги мешками гребла, так вот брала мешок и гребла, Вот. Не могла послать гонцу во Францию, Англию, Японию, Турцию, Китай за шузами. Ну, ритузами, ритузы, друзья, это ритузы. Шузами это ритузы. Ритузы покупали раньше, ой, как они покупали ритузы по 5 рублей. Ой. А когда они бывшего употребления, они были 2 рубля. 2 гривны, вот. Привезли бы любого цвета и размера. Брехло позорное. Вот. Джек Чепот пишет. Чингуляк. Это брехло никак не могла покупать Ванечке, а обутки огромного размера при СССР. Ее Ванька тогда был пизденышем, потому как родился в начале перестройки. А подростком, баскетболистом, если он вообще был баскетболистом, он мог быть только в 90-е годы. Ой, 2 варианта. Или Люська ему уже в детстве пыталась покупать лапти 47-го размера на вырост. Или была настолько нищебродкой, что не могла купить сыну обувь, будучи успешным адвокатом. Чингуляк пишет, дочь алкашей Люська пыталась приучать сыночку к хорошему и привязывала к его ногам пластиковые бутылки из-под паленой водки, которым она раньше торговала. Ай-ай-ай. И говорила, мистай, сынка. У велику местай, как китаец на большой земле. Так вот, милые мои, уже наговорю.
покупала ему настоящие сланцы, обувь всех времен и народов Йети. Надежда М. пишет. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, блин, Гаюсик-вампир. Ну а вообще-то тогда человек разговаривает с воображаемым собеседником, это призрак психической болезни. Да, как бы хлорка в дурдом жизнь не закончила. Да, Кевляш Вебра пишет. Ой, моршался. Кто-то тихим шепотом отвечал дуринде и кусок бледной ляжки в голубые юбки зебровано показала. Это явно не Люткина задняя. Ой, ходим. Ходили, смотрели, как всегда. То не нравится, это не нравится, это не нравится, это требуха, это что попало. Боже мой, что ж, ну, какие-то бутсы 48-го расхваливала. Пиздец какой-то. Ничего в зебре женского нет. Андроид ходячий. Ой, друзья. Ничего, все про такие грешвебы. Это кобыла, воображаемая дочь, я отвечала. Люська не замечала, как в ответ сама себе шептала. Чунгуляк. Отвечает Шепарду, это видео с другой стороны, дьявольской, ой, их лучше не усмотреть, ой, господи, ну а на этом все, милые мои, ой, что ха-ха, у нас уже, как говорится, второй час ночи, а вы видите, какая у нас вот ночные такие ночи, вот видите, ночь такая у нас светлая, еще время там на Украине, в Германии перевели, а у нас нет, милые мои, нет у нас время хорошее, новосибирское, удобное, а на этом все, милые мои, люблю, люблю, я обнимаю, это был блог сплетника, это был блог сплетника, какой блог сплетника, 50-й, бьем кого-нибудь лопатой, пока-пока, боже, иду где, давай я бобо вашей поцелую, бобо, я говорю, Господи Иисусе, ладно, милые мои, не обижайтесь, не ссорьтесь, девочки-мальчики. Ну, хорошие лапочки, да, не ругайтесь и ничего не делайте, да. Не нужно таких нервов, не нужно нервов, милые мои, не нужны нервы. Нервы не восстанавливаются, да. Вот, пластику сделали и восстановили все, да. Все, пока, девочки-мальчики. Это же был я. Видеолюбитель, не видеоблогер, друзья. Я не видеоблогер. А видеолюбитель, просто.